Привет, друзья! Привет всем, кто находится у нас дома, соблюдает режим самоизоляции. Сегодня новое занятие у нас, сегодня будет новое задание, небольшое, но оно будет. Ну, а тема нашего сегодняшнего занятия – пантомима. А почему пантомима? Ну, потому что, во-первых, пантомима произошла от древнегреческого слова «пантомимиус», то есть актер, ну, в вольном переводе, играющий без слов. То есть языком тела, жеста и выражения на лице. Вот. Но дословно буквально перевод актер подражающий. Ну, смысл такой, что именно без слов. И поэтому танец это есть не что иное, как выражение энергии, чувств, эмоций с помощью языка тела, танца, движения, всего, драма, горе, любовь и так далее. Да, и поэтому танец это всегда немножко пантомима. Но пантомима далеко не всегда является танцем. Вот такой вот парадокс. Но сегодня я вам покажу несколько движений, которые, ну, вы их знаете, но здесь я подробнее объясню, как нужно делать это все, да? Может, не все это помнят. Поэтому тема наша пантомима. Очень простое движение, условно, называется зеркало. Мы его на занятиях периодически делаем. Но тут остановлюсь чуть-чуть подробнее. И поскольку вы все дома можете спокойно, обдуманно, не торопясь, чувством, с толком, все это попробовать сделать. Ну и зеркало, да? Представили перед собой зеркало. Можно вот такое, можно прямо подойти к нему. Ну, чтобы пять не оставалось, там только или представили перед собой виртуальное зеркало. Можно сначала на нем потеняться, потом отдельно уже, да? И как будто мы. Сейчас я музыку чуть потише сделаю. Поставили руку. Как будто на плоскость. То есть не вот так, не вот так, не вот так, плоско, как будто на зеркало или на стекло поставили, да? Сюда поставили. Зеркало, помните, оно плоское везде, да? Наверх поставили, вниз поставили. Вторую ручку. На одно и то же зеркало. Не два зеркала, а одно зеркало, да? Вот. Вот можно говорить. Вот. Здесь тоже зеркало, да? Переставили сюда, наверх поставили, вниз поставили, развернули зеркало, и очень просто, да, влево, вправо, вверх, вверх, вниз, вниз, чуть-чуть опустились, чуть-чуть поднялись, приподнялись наверх, вниз, вправо, влево. Поскольку у нас в режиме онлайна не всем будет понятно, зеркально, не зеркально дело, поэтому лево-право не имеет значения, поэтому я буду говорить просто в сторону, да? В сторону, в сторону. Вот руки остались на месте, а мы переместились. Встали на место и в другую сторону. А руки остались на месте, они на зеркале, да? Не знаю, как это у меня получается. Просто любые движения, ну, как будто мы это все на плоскости делаем. И мы так немножко выучим небольшое просто как бы упражнение, да? И оно будет опять же заданием. Сначала поставили руку, переместили в сторону, в сторону. И теперь руки у нас на зеркале, а мы переместились. В другую сторону, в сторону, в сторону и переместились. И еще раз в ту же сторону. А, пока.
Вот сейчас мы перемещаемся в одну и ту же сторону. На месте все, да? Что делают ноги в это время, да? Мы перемещаемся. Поэтому сейчас я покажу вам это все лицом туда. Вы будете видеть меня с разных сторон. Ну, будете видеть еще и ноги мои. Немножко перенастроим. Продолжаем наше занятие, да? Ножки перемещаются все очень просто. Пам-пам. С внешней стороны. Пам-пам. Раз, два, три, четыре. Таким образом, у нас алгоритм движения рук и ног немножко отличается, да? Сейчас я буду уже говорить правая-правая, левая-левая, да? Лицом к зеркалу, все можно повторить. Правая рука сначала, левая рука. А ноги наоборот. Сначала левая нога, потом правая. И в другую сторону. Левая рука, правая рука. Нога правая, левая. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте вместе со мной попробуем. Хорошо? Чуть подобавим музыки. Сначала перед собой. Раз, два. И в другую сторону. Может добавить какое-то движение, как бы мы прямо тяжело двигались, как бы там что-то мешает двигаться, да? Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. Вот. Давайте вместе. Можно делать какую-то импровизацию, не обязательно в таком порядке. Можно вообще делать все, что угодно, случайно даже видео. Да, то есть. Ну, а задание будет, собственно говоря, вот такое, да? Руки наверх, исходная. Исходная. Вправо, вправо. Влево, 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 влево. Еще раз. Исходная. Подсчет попробуем. Исходная это 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Попробуем еще раз. 5, 6, 7, 8. Давайте я посчитаю, а вы попробуйте сделать. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Немножко под музыку, ладно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два. И еще раз вместе. И. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Угу. Ну и давайте еще раз все вместе попробуем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
попробуем сделать это все. Отрабатываем. За это задание вы получите очередную до 5 звезд ваших. Поэтому все делаем, стараемся делать. Не забываем предыдущие связки, да? Сам забыл. Ну, вспоминаем все это дело. Обязательно занимаемся, соблюдаем режим самоизоляции и обязательно занимаемся. Обязательно делаем гимнастику. Держим себя в хорошей физической форме, потому что каратин пройдет, коронавирус вирус уйдет, а танцы останутся, и мы будем сами заниматься, выступать и занимать первые места. До новых встреч! Всегда ваш!